Ребята, всем привет! Сегодня это BMW на прокачку выхлопа. Перед тем, как приехать к нам, владелец поменял заднюю часть, бампер с диффузором. Вы видите, сейчас это уже другой автомобиль. Мы постараемся выжать максимум для того, чтобы сделать красивый звук. Здесь будет установлена заслонка и новая красивая насадка, которая подчеркнет этот такой уже агрессивный вид сзади. И автомобиль становится неповторимым, он уже выделяется в потоке. А здесь будет установлена заслонка в штатный выхлоп, для того, чтобы можно было включать громкий звук. И при желании, для того, чтобы комфортно ехать, ее выключаешь. И совершенно штатный, спокойный звук выхлопа, он звучит на этом автомобиле. На все про все у нас уходит 5-6 часов на такую работу. Работа состоит из двух этапов. Первый этап – это подключение заслонки. Второй этап – это сварочные работы по установке именно самой заслонки в штатный выхлоп. И, естественно, мы поменяем еще насадку на более красивую и подходящую уже вот этому классному виду сзади. Ну что ж, давайте посмотрим, как это выглядит. В руках у меня сейчас первая часть комплекта. Здесь у нас компрессор, который нагнетает вакуум. И, соответственно, провод, который через отделение будет проведен вот здесь вот вниз, как раз к самой заслонке. Сейчас мы будем подключать вот этот вот компрессор к аккумулятору через предохранитель и протягивать этот провод. На самом деле работы, наверное, минут на 20. Все не очень сложно, вы сейчас увидите. Ребят, не пренебрегайте безопасностью, то есть любое подключение к штатной системе должно производиться. Ну, это немножко колхозно выглядит, но это надежно, то есть у нас здесь предохранитель. В любой момент этот предохранитель, он предотвратит от всех страшных, серьезных последствий, вплоть до сгорания автомобиля. Тем более компрессор вот этот вот, он стоит, ну, таких значительных денег, и его просто жалко, если он сгорит. А аккумулятор, как видите, на BMW, он довольно мощный. Ну что же, ребят, вот еще одна машина готова. Это BMW с заслонкой. Здесь два режима звука. Давайте послушаем тихий звук. Все штатно, все тихо. И теперь, если хочется притопить, мы открываем заслонку. Ну что же, и появляется уже агрессивное, интересное, объемное звучание. И мы слышим даже, что есть прострелы.